можно выступить? Я как гражданка этой Латвии и гражданка этого города. И мне плакать хочется, что у нас второй раз происходит переворот. И кто делает переворот? В этой власти, в этом Даугавпилсе, делает вот господин Шмидт. Этим власти. Почему? Это невозможно. Вторая трагедия, второй раз. Если бы люди избрали центр согласия в основном, да, избрали вкусу партию, ему доверили, он теперь делает перевороты, зачем таких людей допускать власти? Потому что нельзя доверить этим людям. Марьян, а сатанойс? Надо думать. Es atvainojos, lūdzu. Разве может такое делать человек, который не работал два месяца, не полностью перевороты все делается? Это немыслимо в Daugavpilī. Varētu lūdzu. Убийство, а теперь что ждет? Cienējamie kolēģi, ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Jautājumu papildus nav. Ja...